что? Я теперь буду стоять, и мне никто не уступит? А че это вы должны уступать? Мы первые пришли. Значит, место наше. Ты должна была первой приходить. Ага. Потому что я самая младшая. Кристина, садись, мы тебе уступаем. На мое тоже. На мое. Садись. Спасибо, друзья. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Луки 6:31. Ребята, вы знаете историю Авраама и Лота? Да! Давайте ее немножко повторим. В течение долгих лет Авраам и Лот жили рядом в мире и гармонии. Но вот наступил момент, когда им стало тесно жить на одной земле. Не стало хватать пастбищ для скота. Как старший по возрасту, Авраам имел полное право первым выбрать новое место жительства. Но несмотря на это, он предоставляет это право Лоту. Итак, скажите, как поступил Авраам? Стал ли он отстаивать свои права перед Лотом? Авраам Лоту уступил, а хотя должен был... Лот Авраам. Да, потому что... Авраам был старше. Ага. А как поступили вы? Мы уступили младшим. Ага. А как обычно вы поступаете? Не уступаю. Ну, прям не всегда так не уступаем. Иногда уступаем, иногда нет. Ну, себе ж хочется. Полежать, хорошо покушать. Но иногда мы уступаем все-таки. Да. Иногда мы уступаем младшим. Это бывает, конечно, редко, но себе ж хочется что-то. Вообще-то правильно нужно уступать. Но человек хочет себе лучше. Хочется больше себе конфетку. Поудобнее и лучше место. Вкусненько. Что-то очень вкусненькое, самое красивое и прикольное местечко. И уютное. Да, наш эгоизм всегда преобладает. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Причины конфликтов, которые происходили в библейских семьях, точно такие же, какие происходят у современных людей. Послушайте одну историю. Одна девушка открыла бизнес и пригласила другую девушку в свой бизнес. Позже они поссорились. И вторая девушка забрала все себе, проявив хитрость. Первая девушка осталась ни с чем. Как вы считаете, каким путем можно было разрешить конфликт и как они должны были расстаться? Уступи! Старшая должна забрать бизнес, а вторая уйти, ведь старшая пригласила младшую. Если они обе вкладывали одинаково в бизнес. А кто? Тогда надо поделиться. Одну часть младшая, а другой старшей. А не так, а старший больше, а младший меньше. Или наоборот. А если эти девушки одинакового возраста? Ну все равно надо поделить, да. Честно. Возраст – это не главное, главное – делиться. Главное – честность, а не возраст. Да. Привет, ребята! Сегодня у нас опыт, и для опыта нам понадобится... Свечка и спички. И прозрачный сосуд. Стакан с водой. Надо поджечь свечку. И наливаем водичку в наш прозрачный сосуд. Ага.
не потухло. А секрет вот в чем. Так да светит свет ваш пред людьми. Вы свет миру. И чтобы этот мир не потушил ваш огонь. Пока, ребята! И не балуйтесь со спичками. Ребята, а почему вы здесь собрались? Кристины день рождения. Вам нравится быть именинниками? А вы... Да. Почему? Потому что все дарят подарки. И так круто. Я смотрю, вы пришли в развлекательный центр. А кто из вас не любит подарки? Кому нравится ходить в развлекательный центр? Я! Кому нравится делать покупки? Я! Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Лот расчетливо посмотрел по сторонам, посчитал прибыль, которую он получит, и выбрал богатство, предпочев скромное жилье за городом. Скажите, кто из них остался в выигрыше, Лот или Авраам? Авраам! А за Содома и Гоморру был нечестивым городом, и Бог решил его уничтожить. И потом он потерял не только богатство, но и жену. Потому что жена отвернулась и стала соленым столбом. А Бог сказал, кто повернется и посмотрит на город и пожалеет свое имущество, тот станет соленым столбом. Скажите, ребята, а наши нынешние современные города, разве они не похожи на Содома и Гоморру? Тут все люди такие, больше всего людей такие же грязные, как в Содоме и Гоморре. Наверное, современные люди очень сильно любят деньги. Да. Они жадничают. Скажите, а разве плохо иметь много денег? Это неплохо. Если ты знаешь, что если у тебя будет много денег, на все будет хватать, и ты разгородишься, тогда тебе не нужно много денег. Бог дает очень много денег только тем, кто использует их не только себе, но и Богу во славу. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. К Филиппийцам 4:11. А если бы Бог дал вам очень много денег, красивый большой дом, возможность ходить по развлекательным центрам, жить в центре Одессы, делать покупки, как сегодня Кристина делала? А потом в один момент Господь бы сказал: «Оставь все и выйди из этого города. Оставь свой дом, оставь свои развлекательные центры, кинотеатры, магазины». Как бы вы себя чувствовали? Как бы вы поступили? Я бы... деньги, это вот. Хотя бы машину дай, все в машину закажу и уеду с машиной. Я бы тоже, потому что там можно погулять. Деньги в мешке и поехали. Я бы все бросила и оставила, и ушла. Я тоже так думаю, потому что грустно. Ты так хорошо жил, и грустно оставлять то, что тебе дорого. Не любите мира, не того, что в мире. А кто любит мир, в том нет любви Отца. 1 Иоанна 2:15. Скажите, какие качества проявил Авраам? Да. Он не ссорился из-за этого. Он сказал: выбирай ты, мне все равно, выбирай. Он не сказал: так, я пошел туда, а ты иди туда. Часто. Он выбирает.
Но Авраам был такой скромный, и он уступил Лоту. Он был скромный, видите, а Лот, более молодой, он сделал неправильный выбор. И он пошел туда, где он потом потерял все. И жену. Авраам имел отношение с Богом, и он знал, что в Содом идти не нужно. Он знал, что Бог ему пообещал эту землю. И поэтому он легко согласился с Лотом, когда тот не захотел, когда тот решил выбрать Содом. Поэтому давайте мы всегда будем выбирать то, что Бог от нас хочет, а не то, что нам кажется правильным. Богу не нравятся конфликты. Наш Господь – это Бог гармонии. Он желает, чтобы мы жили в мире. –